Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Всем привет! В эфире рубрика «Только посмотри». В студии Артем и Степашка. Друзья, не отходите от экранов. Вам есть что посмотреть. Потому что нам есть что показать. Сегодня в выпуске. Электронный зверь. С кем хотят подружиться Рыжик и Понка? За что стыдно пуделю Майе? Тише воды, ниже травы. Как это? У кота Рыжика и кошки Понки недавно появился новый сосед. Он очень хозяйственный и дружелюбный. Только вот поговорить с ним никак не получается. Зато наблюдать за домашним помощником очень интересно. Думаю, Рыжик и Понка берут у соседа урок чистоты. Поэтому так внимательно за ним следят. А вот героине следующего видео сейчас не до уроков. Потому что ей сейчас очень стыдно. Давайте узнаем, что же произошло у пуделя Майи. Только посмотри, Майе точно нечего стыдиться. И даже наоборот, она прекрасно выполняет команду. И заслуживает поощрения. А сейчас давайте говорить тише. Потому что Джек Рассел Терьер Холли направляется по секретным делам. И чтобы ее никто не заметил, делает это ползком. Давайте не будем отвлекать нашу героиню. А просто посмотрим видео. Артем, а ты кого-нибудь заметил? Я нет, а ты? И я нет. Вот уж действительно, тише воды, ниже травы. Степашка, какие талантливые у нас участники. Сегодня получился очень интересный выпуск. Присылайте нам больше своих видео. Адрес внизу экрана. Мы обязательно покажем ролики у нас в эфире. На канале Карусель!